Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас давно, уже очень давно не было обзоров на мобильные телефоны. После отсутствия обзоров на них в 2022 году, мы вновь возвращаемся к ним в 2023. И сегодня речь пойдет про модель Samsung SGH-C200. Короче говоря, что это за модель такая? Этот телефон, вот я только сегодня забрал с почты, заказал на Авито. Такой телефон был у моего деда. Пользовался он им до 2010 года. И, собственно говоря, в 2010 году мы как раз таки с ним и распрощались. Собственно говоря, вот спустя 13 лет я вновь купил его. И сегодня будем обозревать его. Значит, что у нас здесь? Модель 2004 года выпуска. В конце 2004-го появился в продаже. У меня еще был когда-то давно C100 модель, подарили мне. Куда-то потерял, может где-то до сих пор валяется, но не нашел. Может быть потом тоже добуду и расскажу про него. Есть что рассказать про C200, про C100. C100 очень-очень популярная модель. Ну а сегодня речь пойдет про C200. Именно C200, который был у моего деда. Значит, давайте посмотрим на его дизайн. Такие вот кнопочки. Телефон довольно вот такой вот округлый. Без резких изгибов. Лежит очень хорошо в руке. Довольно компактный. По размерам, в принципе-то, маленький. Длина его корпуса 105 мм. Ширина 43 мм. И толщина 18 миллиметров. Он довольно-таки толстый. Весит 69 грамм. Выходило несколько цветовых решений у телефона. Но вот этот самый-самый стандартный. И так, именно такой был у моего деда как раз-таки. Да, мой экземплярчик, как видите, далеко не в лучшем состоянии. Тут трещины, ссадины. Вот здесь вот скол есть. Вот кнопочки стерлись, но не обращаем на это внимания. Но, кстати, вот это не совсем понятно. Может быть, это выемка для снятия панели лицевой, но она выглядит так, как будто здесь откололась все-таки какая-то деталька. Здесь крепление для шнурочка. Здесь еще дырочки какие-то непонятные. Здесь тоже дырочки. Разъем для зарядки. Зарядка у Samsung выглядит так. Те годы она была у них вот такая вот. Это не родная зарядка, родная была серенькая такая. Она где-то, кстати, валяется у меня дома, но пока не нашел. По-любому где-то валяется, можно даже ее найти, думаю. Чтобы ее вставить, надо вот зажать эти кнопки и вот тогда уже вставлять. И не вытащишь ее так, просто надо снова нажать кнопки эти две. Navigate 5-позиционный у нас здесь, кнопочка стереть. Две функциональные клавиши, вызов, сброс. Все по традиции. Динамик вот здесь вот. Он разговорный и основной. Динамик один только. Также вот такой вот экранчик. Экранчик разрешением 128 на 128 пикселей. 65 тысяч цветов. Давайте снимем заднюю крышку, она тут совмещена одновременно с батареей. Это все Samsung серии SGH в те годы были такими, с вот такими вот аккумуляторами, которые одновременно были с крышкой. Значит, здесь разъем под сим-карту, ну и все вот эти надписи. Написано, что он сделан в Корее, как раз таки на родине Samsung. Батарея здесь у нас 800 мА стандартная, держит 3 часа в режиме разговора и 150 часов в режиме ожидания, что довольно-таки мало по тем временам даже. Что у нас еще по характеристикам? Есть выход в интернет, браузер WAP, GSM, конечно же.
есть подключение к ПК. Через этот разъем, конечно же. Никакого инфракрасного порта и Bluetooth, конечно же, здесь нет. На Samsung его, в принципе, не ставили. В C100 инфракрасник был. Но толку там от него не очень-то много было. У того их порта были ограничены возможности. И здесь находится еще качелька вверх-вниз. И 2,5 мм разъем для гарнитуры. У меня такой гарнитуры нет и никогда не было. GSM 900 и 1800 МГц поддерживает этот телефон. И память в 1000 контактов. GPRS. Внешне, кстати, сам этот телефон очень похож на Samsung X100. Наверное, один из самых популярных телефонов в 2004 году. Ну а теперь давайте пора перейти к включению. Такая вот синяя подсветочка. Помните эти звуки? Стандартная мелодия включения-выключения от Samsung в те годы. Эх, как же мы скучаем по таким сейчас. Уже давно не такая мелодия на Samsung современных. Значит, Теле2. Время, ну и дата. Правда, год не написан. Кстати говоря, эта скотиняка подложила мне знатную свинью. Дело в том, что лимит года максимального, который можно в дате установить, у меня превышен на целых 9 раз. Дело в том, что максимальная дата это 2014 год. Начиная с 2015 телефон не принимает. Рассчитано типа как раз-таки на 10 лет. Да, не ожидал я такой подставы, вообще не ожидал. Те же Сименсы, у них лимит до 2033 года ограничен. Еще надолго хватит. Еще на 10 лет хватит. А здесь уже на 9 лет аж превышен лимит. Но в итоге я поставил сюда 2003 год. В принципе, пофигу, тем более, что на главном экране год все равно не показывается. Значит, аккумулятор вот здесь традиционный, вот такие вот три пункта в состоянии сети. Вот там кораблик вот такой вот, обои анимированные. Здесь у нас телефонная книга, это выход в меню. Список в данный момент пустой. Вниз, вверх, влево, вправо это можно все настроить, по какие функции нам идти. Вон, 2003 пишет год. Календарь мне неправильно сейчас будет показывать, потому что у меня год неверный стоит. Да, надо было, наверное, поставить тот год, который бы соответствовал этому календарю. Ну, традиционно вот эти вот клавиши, они все работают. Вот этой кнопкой блокируется клавиатура. Нажимаем вот эту кнопку и опять вот эту. Ну, я нажал. Таким образом можно беззвучный режим включить. Ой, господи, как он вибрирует-то жестко. Вибрирует телефон прям очень сильно. Ну, давайте теперь перейдем к главному меню. Кстати, вот эта вот центральная клавиша на навике, это не выбор, это выход в интернет. Но, правда, сейчас он не откроется, потому что он уже устарел. Ну, а так, это выход в интернет не служит, как выборная клавиша. Так, сообщение. Исходящие, написать, настройки всякие, ММС тут поддерживается, ММС-ки, журнал звонков, пропущенные, исходящие, как я уже сказал, здесь до 1000 контактов можно поместить. А вот рингтоны. Здесь 40-тональная полифония поддерживает MIDI, MMF. Давайте послушаем рингтоны. Полифония тут, на мой взгляд, просто божественная. Просто очень крутая полифония, очень круто звучит. Давайте послушаем. Thank you.
Вот. Именно вот этот рингтон у моего деда на звонке, кстати, стоял. Ой, господи, зачем я вышел? Вот с этим рингтоном еще и вибрирует. Вибрирует прям жестко. Всего тут 25 рингтонов. Этот нравится мне. Ладно, не буду томить вас. Стандартный набор рингтонов для Samsung тех времен. Такие рингтоны можно было встретить на серии таких Samsung. В общем, такие вот прикольные рингтоны. Есть также громкость, звук клавиатуры. У меня тоновый набор стоит. Можно поставить клавесин, фортепиано, обычный. Обычный у нас это какой? А, это просто без. Это просто обычный этот. Блин, я никак не могу привыкнуть. Ребенок. 6. Обалдеть. Причем еще и на русском языке. Давайте еще послушаем. Здесь девушка. Девушка и женщина причем есть. 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 0. А звездочку решетку не называют уже. А женщина как будет? А, более грубоватый голос. А какие еще есть? А мужчины нету, да? Давайте. Вот клавесин еще есть. Вот так. Ну и последнее это еще фортепиано. Очень громко, очень громко. Динамик в телефоне реально прям громкий. Ну, давайте я тоновый оставлю. Так, смотрим звуки дальше. Еще и рингтоны сообщений надо посмотреть. Да, вибрирует он жестко. Первый поставлю. Первый прикольный. Да, не все прикольные. Можно также вот так классические включения и выключения. А можно еще веселый. Оба крутые, но мне классический нравится больше.
дополнительный. Звук ошибки, поминутный звук, поминутный мне нафиг не нужен. Мешает только соединение. Дальше что у нас? Настройка телефона. Мои настройки, обои. У меня вот кораблик стоит. Есть еще вот такие вот шарики. Такая фигня. С часами есть. Такие часы есть. Календарик есть. Но календарь, как я уже говорил, у меня стоит неверный. Потому что я не могу 2023 год сюда поставить. Не могу. Телефон не принимает. Можно без обоев. Можно вот такое поставить. О, прикольно. Это времена года, типа у нас. О, вот это тоже красиво. И это красиво, прикольно. National Geographic. Но кораблик. Мне нравится. Отображение текста или что это? Текста. Отображение текста где? На обоях, что ли? Цвет текста. Белая тень. Черная тень. А, это... А, понятно, что это за текст. Понятно. Стиль меню. Есть полоски вот такие вот. Или вот страницы, как у нас в данный момент сейчас стоит. Автоблокировка. Ну, это включена. Контрастность. Можно контрастности сделать меньше или наоборот. Ну пусть будет вот такая вот средненькая. Я даже чуть-чуть выше. Подсветка. Это когда будет гаснуть экран. Графическое что-то. А, логотип. Приветственное сообщение можно поставить. Я сказал убрать. Не дает он мне убрать. Свой номер какой-то можно поставить, язык, есть русский, болгарский, украинский есть, немецкий, английский, итальянский, французский. Языков довольно много. Безопасность, пин-коды, соответственно, конечно же, все по традиции. Автодозвон, ответ любой клавиши, нам это не надо. Быстрое меню, но это... Навики настраивать на главном экране. Ну и сброс всех настроек. Тут пароль еще какой-то надо. Я не знаю, какой пароль. Поэтому пофигу. Дальше органайзер. Будильник. Можно поставить. Календарь. Как я уже говорил, он неверный. Да как выйти-то отсюда, ё-моё? Выход. Почему обратно в меню меня не может нормально перебросить? Время и дата, как я уже говорил, максимум 2014 можно поставить год. Калькулятор. Калькулятор. 2 умножить на 2 равно 4. 2, 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 2. Умножить на 9. Переполнение запрещено. Как убрать? Так, ну и 0 разделить на 0. Ой, не на ту кнопку жму. Деление на 0, нет, неверная формула. Калькулятор, список дел можно себе сделать, напоминание голосовое. Причем можно даже записать. Диктофончик у нас такой вот есть. Раз, два, три, четыре, пять, проверяем диктофон. Раз, два, три, четыре, пять, проверяем диктофон у Samsung C200. Давайте послушаем. Окей, понятно. Не это. Не получается громче сделать, правда. Обмен валюты. Это конвертер. Органайзер. А, нет, это услуга сети. Переадресация, запреты вызовов. Короче, много чего тут интересного. Ну и вот, наверное, для молодежи, что интересно. Игры. Ну, во-первых, веб-браузер. Войти в него мы не сможем, потому что, как я уже сказал, он устарел и не откроется теперь. Ну вот, игрушки давайте посмотрим. Bubble Smile. На X100 такая игрушка тоже была. А только на английском языке, к сожалению. Так, давайте скилл выберем. Здесь можно уже центральной клавишей, кстати, управлять.
На C100, кстати, вообще кнопки посередине не было. Там четырехпозиционный на веке такой был. Короче, как играть? Вот так вот выбираем. И вот так вот вращаем. Так, чтобы в ряд 3 получилось. И вот так вот еще вращаем. Опа, еще. О, сразу 2, прикольно. Получилось. Мне надо какие-то вот такие выбрать. Так, опа, хорошо, сработало. Еще 2 сразу, причем сработало, прикольно. Ну, в такую игрушку позалипать можно. Только вот так. Дальше следующая игрушка, Fun Tooling. Это головоломочка такая. Короче, здесь надо проход вот такой вот сделать, совместить трубы. Причем как-то только эта головоломка, и я не до конца еще понял, как в нее правильно играть. Я понял, что надо совместить трубы, но почему-то трубы. Но трубы, я насколько понял, не вращаются. А, это запуск воды, господи. А, блин, я перед обзором пробовал поиграть. Вот я построил уже даже трубу, но не понял, как выиграть. Оказывается, надо было нажать на эту кнопку. Короче, такие вот кусочки здесь у нас. Дайте мне уже сыграть, я понял, где старт и где конец. Вот, вот эту трубу можно только вот так поставить. Следующее... Ну, наверное, вот сюда. Следующий, ну, вот так. И, короче, надо сделать так, чтобы получился переход четкий. Так, это уберем, наверное. Тоже некуда убирать. Блин, дайте мне нормальную. Вот выбирать тут еще, жаль, не получается. Может, как-то можно выбирать, но я не знаю, как. Можно заменять еще вот так вот. Ага, вот. Запуск. А, что, не туда, что ли? Ну, в общем, такая вот головоломка. Что-то я, походу, сделал не так. Следующая игра — это гольф. Такая вот игрушка в гольф. 2002 год написано. Блин, какая-то прикольная полифония. Давайте 3 ямки. Лунки. Только вот как играть в этот гольф, я тоже что-то недопонял, потому что здесь она так играется, как будто тормозит. В общем, сейчас поймете. Так, пар 4, то есть... Оптимальное количество забитых лунок — это 4 у нас. Ну, блин, что-то она с тормозами вот регулируется как-то. Как ее раз... Как... А, вот так поворачивается. Только она с тормозами это делает. Ну, давайте вот так запустим, что ли. Слабовато, наверное, закинули. Ну, в общем, я недопонял еще, как играть, надо разобраться. Я после обзора еще буду пробовать играть. Ну и последняя игрушка — это шахматы. Вот в шахматы тоже позалипать можно, в принципе. Старт гейм. Попробуем на легком. Белые ходят у нас всегда первыми. У меня обычно первый ход — это конем вот сюда. Можно отменить еще ход, нажав на звездочку. Так, давайте пешкой вот сюда сходим. Ну ладно, тоже не буду вас томить. Ну и в настройках какой-то DNS-адрес нужно ввести. Так, ну и что у нас последний пункт меню? Это в меню сим-карты в зависимости от сим-карты уже.
Такой вот, в общем, телефон. Здесь у нас этот микрофон находится. Напоследок скажу, что телефон C200. Раз C это средний класс. Он позиционировался как телефон среднего класса, но даже по тем временам он слабо тянул на настоящий средний класс. Такими у него было много конкурентов, например, Siemens C65, который стоил всего на 5, рублей на 500 дороже, но при этом имел гораздо больше возможностей, чем у нашего сегодняшнего героя. Но, тем не менее, продавался телефон очень даже неплохо. Но набрать таких крутых продаж, как C100, ему не удалось. Ну что ж, на сегодня предлагаю закончить. У меня много телефонов, я за это время пополнил коллекцию знатно. Например, есть вот такой телефон, как Siemens CT65, очень редкая модель. Или S65. Да и не только. На все это я буду, конечно же, делать обзоры. Но пока на сегодня закончим. Спасибо за просмотр. С вас Игорь подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.